товарищества с 5СЖ и СТО Коммунал в марте месяце этого года, точнее 27 марта 2021 года, к нам подошел застройщик вместе с председателем Махаля Бахмут, показал документ и обозначился, что возле нашего дома хотят построить станцию по забору крови и медицинского материала. С выходом на место нам показали, что здесь вот забиты колышки и будет строительство. Мы сказали, что такое решение можно принять только на общем собрании жильцов. Мы его собрали. 1 апреля состоялось общее собрание жильцов, где был застройщик. Махалинский комитет не присутствовал. Жители высказали свое однозначное мнение, что застройка нам не нужна. Это жилой массив, медицинская лаборатория здесь не должна быть. Здесь гуляют дети, это наша придомовая территория, здесь растут живые деревья, мы дышим кислородом. Каждый человек имеет право на благоприятную среду проживания, экологически чистую. Мы не хотим, чтобы с нашим домом рядом стояли больные, большая парковка, здесь маленький узкий проезд. То есть не сможет проехать пожарная машина, скорая. Да, мы считаем, что медицинское учреждение должно быть на строго отведенной территории. Как старая Ташмиль, новая Ташмиль, новые строительства должны быть за городом. В этом году был указ президента в августе месяце, где подобные строительства можно строить только с решением 80% жителей должны проголосовать за. У нас 80% жителей проголосовали против. Даже после этого мы подали в административный суд на застройщика, что мы не согласны с решением Хакима города о выделении земельного участка, потому что с нами это не было не согласовано. Они должны были нас уведомить, за полгода повесить планшет, согласовать. Ничего не было согласовано. Поэтому мы будем добиваться, чтобы здесь строительства не было. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня 19 ноября. Мы находимся в Мирзоулубекском районе. Махалля Бахор, недалеко от бывшего магазина Чумган. Здесь вот по улице Мирзоулубек, возле многоэтажного 16-этажного дома 122/1, со стороны совместного предприятия ООО «Свислаб» намечается вот на этом месте строительство лаборатории по забору крови. Несколько раз мы опубликовывали в социальных сетях эти вопросы с гражданами, делали репортаж, участвовали в административном суде по принятию недействительным решения Хакима города Ташкента о выделении СПО «Свислаб» территории для строительства лаборатории по забору крови. Жители недовольны этим решением, потому что заранее не было обговорено, и очень близко к многоэтажному дому, где территория, бывшая занимаемая для автостояночных мест, и где территория основная для заезда жителей в квартал, будет ограждено, и намечается вот на этой территории строительство двухэтажной лаборатории. Сегодня на основании обращения граждан, жителей этого квартала, со стороны ташкентского телеканала и Акимата города Ташкента приехали репортеры и изучают обстановку и подготавливают программу. Этот вопрос поднят Мураса и Мадара по телеканалу Ташкент. На следующей неделе по передаче этот вопрос в прямом эфире будут дебаты между жителями, предпринимателями и Хакимата Мирзоулубекского района.
Сейчас ведутся репортаж. Жители дают интервью. Все жители сегодня вышли. Каждый будет говорить свое мнение по данному вопросу. Жители в данный момент против этого строительства. И мы будем дальше обращаться в административные суды, высшие инстанции, по принятию недействительным решения, необдуманное решение хакима города Ташкента. Jamoatchilik kengash tuzilsa, shuni joylarda borib, shu aholi bilan kelishgan holda shu narsalarni hal qilish mumkin. Faqat manfaatdorlik bo'lmasligi kerak. Albatta.